Вот получится маленько, насколько-то там, на 15 минут короче, чем стрим. Потому что нужно ходить на стрим. Ладно, поехали обследовать. Многие действия могут... Прокрадитесь в склад, чтобы найти и спасти Сквикса. Запуск. Побежали. Сейчас будем спасать нашего братюньку. Что за машина? Как ограбить машину? Как угнать машину? Почему нельзя угнать машину? Ой. Освободите его и уходите оттуда. В данной учебной миссии вы научитесь отдавать приказы подручно во время тактической схватки. Что? Я такое разве говорил? Ну, погнали, чё. Мне больше некого брать. Запуск. Alright, let's go. Добро пожаловать в оперативно-тактическую боевую миссию. Ваша задача спасти Сквикса, вашего союзника, и расправиться с бандитами со склада. Для изменения положения камеры переместите курсор к границе экрана. Для изменения угла обзора используйте среднюю кнопку мыши или клавишу Alt. Для приближения отдаления экрана... Ну это все ясно. Все, я научился. Красные шарики в окне персонажа указывают на доступные очки действия. Они используются для выполнения действий и специальных атак. Зеленые шарики в окне персонажа указывают на доступные очки перемещения. При движении, понятно, для перемещения персонажа укажите желаемое направление движения левой кнопкой мыши и подтвердите его. Повторно щелкну. Если до передвижения вы уже выбрали выполнение атаки, для отмены приказа щелкните правой кнопкой мыши, и скип теперь может двигаться. Так. Он тут? Сюда далеко, да, я так понимаю? Хорошо, вот сюда для начала. Не хватает. Ну тогда все. Че-то я не уверен. А вдруг там мафиози другие? А, нажмите кнопку перехода. Где эта кнопка перехода? Конец хода. Time to get a move on. Time to get a move on. Окей. Move on. Бич. I'll take care of him. А вот и враг. Попробуйте выполнить простую атаку. Для этого нажмите на кнопку атаки, что находится на левом... Ой, на панели внизу наведите курсор на цель и подтвердите прокачку. Если ваш персонаж вооружен холодным оружием, успешной атаки, необходимо будет подобраться вплотную противнику, если персонаж... О, оп. С дрободана, что ли? С такого расстояния? Ну ладно. На шкале инициативности, расположенной сверху экрана, показывается очередность, с которой будут действовать персонажи, когда новые враги или союзники. Кабум, бич! Атака невозможна. Вы исчерпали свои очки действия для этого хода. Для завершения текущего хода нажмите кнопку «Конец» хода. Давай еще постреляем. А можно отойти? Увы и ах. 13 хп-шечку мы оставили. Нормально. Ты чё? Укрытие представляет собой прекрасные оборонительные позиции. Попробуйте зайти за тот ящик и атаковать врагов из укрытия. Некоторые объекты... Так, подождите. Когда читал задание, прочитал вслух. Прокрадитесь, а там мы услышали уже перечисленное. Чё он как-то как бабуян встал? Как промах? Time to meet your maker. Ну, ладно, так лучше. Почему я больше не... когда ходишь, видимо... То есть, когда начал стрелять, все, ты ходить больше не можешь. Ножки не работают. Шкала здоровья на панели персонажа... Качество заказа за качество персонажа потеряет сознание. Шкала стойкости содержит информацию о доступных очках стойкости или ОС, ранения, некоторые виды специальных... Вот я не знаю, куда мне. Тут больше никого нет.
Вроде никого. А как забинтоваться, я не знаю. Где хилка? Излечивает половину полученных повреждений, а также снимает отрицательные эффекты. А. Неплох. Неплох. Time to get a move on. Да, да. Time to get a move on. Давай сюда. Что тут, один враг, что ли? А, не, вон стоит. Это Сквикс. Стоит вроде бы. Вы нашли Сквикса. Если вы спасете его, он присоединится к вам в качестве союзника. Перейдите на ключ, чтобы спасти его. Но я перешел же, мне не дали. Там еще гангстер где-то ходит. Вот бы в реальной жизни подходишь впритык к человеку и стреляешь в него, а ты промахнулся. Так, нет, здесь конец хода. О, теперь можно. А где гангстер этот? Окей. Так, в укрытии прячемся. Непонятно, гангстера нигде не видно. Что же нам делать? А тут есть? Никто не знает. Овер... Блин, как это называется? Я в XCOM'е. Даже не помню, как это. Навскидку, в общем, стрелять. 15, а у тебя сколько? 10? Лолка. Кубка. Ча-ча-ча. Я не знаю. Какие-то гангстеры странные. Я не могу камеру нормально поворачивать. Хватит здесь. О. Ну, конец. А, вон он стоит. А, нет. Time to get a move on. Сейчас дрободана кто-то получит. О, нормуль, видно же. Сколько? 5 плюс дополнительно, отлично. Да, второй раз. Ой, красавчик. Ну все, у тебя конец хода. У Сквикса, не знаю, видимо, тоже. Сколько здоровья? 3? 15. Чё-то я нажал, то кажется. Есть. О, с пистолетика. Чё он сказал? Еще гангстер где-то. Ой. Да хорош по мне стрелять. Для увеличения шанса попасть по цели. Я уже это жмакнул. Блин, я сейчас так умру еще. Каждый из ваших персонажей имеет разнообразный талант и особый набор специальных приемов. Сможет стать в оборонительную стойку, что значительно повысит уровень его защиты до следующего хода. Использование отдельных... Да, я в курсе. Я понял, запомнил уже. Так, вот сюда. Сейчас мы... Ты мог вот сюда пройти, да? Оборонительная стойка. Выстрел в живот. Чё-то не понял, где ваша оборонительная. Вот. Как-то странно. Точный выстрел 5. Обычный 3. Плюс вот, ну, обычным сколько? 75%. Бам. Бам. Все враги мертвы. Вы победили. Уничтожено один. Что за вопросики? Непонятно. Спасибо, что вытащили меня, босс. Я бы справился с ними сам. Даром, что спины... Со спины подкрались. Мы получили новый уровень, босс. Вы можете выбрать новые перки для нас с вами. Перки дают пассивные бонусы, которые улучшают вашу эффективность в битве. Каждый раз, когда банда получает новый уровень, вы можете выбрать новые перки для каждого из ее членов. Хорошо. Так. Босс, куда? Чё нажимать? Где перки? А, поднять уровень.
Я вот тут подумал, а ты сидишь в пиджаке, галстуке, рубашке и в трусах? Нет, в тришконцах, там, домашние тришки. И, кстати, без носочков ноги мерзнут, если честно. Критический шанс, увеличивается критической атаки. Храбрость увеличивает ярость. Два дополнительных очка передвижения. Урон от атак ближнего боя на 10%, критический шанс. Нет, ну я... Дрободана! По критам в основном, нормально. Снайпер урон от атак дальнего боя увеличивается, если персонаж не двигается. Мстительный. Наносит 50% дополнительного урона врагу, который попал по персонажу последний. Критический хочу. Видишь, критический. Ядрить тут еще всяких. А, специалист дальнего боя. Увеличивает урон от атак дальнего боя на 10%. Тогда вот это сначала. Синенькое, видимо, подсвечено то, что рекомендуется прокачать. Вооружиться! А кроме дробовика ничего и нету. Следующий, браток, поднять уровень. Че, тебе тоже специалист? Не, давай тогда тебе легкую подступь. Теперь, когда мы разобрались с отвлекающими факторами, пора вернуться к главному – делать деньги. Исследуйте район с помощью информаторов, используйте независимые предприятия для сбора ресурсов, пива, алкоголя, оружия и продажи их посредством исполнения работы. Некоторые нейтральные предприятия, на вроде подпольных баров, также могут купить ваши ресурсы. Цель – заработать 1000 бачинских, продавая грязный концерт. Кстати, я забыл кое-что сделать – это поменять название игры в хитбоксе. На хитбоксе. На Xbox. Империя? А-а-а, сериальчик. Да, кстати, рекомендовал уже. Спать ушел. Ушли. Так. Упа. Я у себя там не могу. Во, можно же тут все поменять. Блин, галстук, за что ты зацепился? Омерта. Сейв. Эррор сейвинг. Что за эррор сейвинг? Холодно и одиноко. А их там две. Они друг друга жмакают. Ой, ребятки, вы молодцы. Даже кто-то уже зафоловил. Умнички. Ой. Ой, да. Ну а на форуме сегодня, наверное, придется... На форуме СК2ТВ придется создать тему, где мы, собственно, укажем, что... Все лагает, давайте нам хитбокс на СК2ТВ. Суйте все бегом быстро. Что это такое? Склад. На складе хранится множество добра, которое можно нелегально украсть или нелегально купить. Продажа 40 пива за 400. Так, погодите-ка. Посмотрим работы. Пиво. Покупает 15 пива за 145. Майк Хеджес. Эй, солдат! Эй, солдат, слушай сюда, я тут сдружился с одним парнем из береговой охраны, он, значит, пиво варит. Так вот, он, значит, желает толкнуть свой товар, и тут как раз ты появляешься. Давай. Так, а ты? Да что вы мне суете? А, ну еще работу посмотрим, алкоголь. Продает 10 алкоголя за 270. Один из моих клиентов не смог держать рот на замке и кое-что рассказал. Я знаю о складе полном алкоголя и могу дать тебе адрес, если ты заинтересован. Мое шоу начинается в 8. Там мы могли бы поговорить. Не забудь оставить чаевые. I'm in a rush, boss. Подождем, что? О, вопросик.
Людей нету для задания. Ну, беда. В одеялушке. О, Люси, сладко. Подожди, а там Люси была? Элайза. И нет. $5 за штуку маловато. Она будет хорошо, пусть будет Люси. Опа, что это? Вы завершили работу пива для Майка Хеджес. Теперь у нас 55 из 1000. Кажется, я где-то неправильно веду дела. Покупает 15 пиво. Давай, бери, покупай. Так, Элайза Джексон. Значит, мы у нее. Купили алкоголь, теперь надо его продать. Все, ищи. Она опять продает. Кто покупает? В конце концов. Продает 4 оружия, покупает 6. Чарли Лучиано, Самуэль Джекс. Пиво мафия. Ну, судя по всему. Так, пойдемте ограбим. 30 секунд до ограбления. Ну ладно. Так, тут вопросик где-то был. Стоит 10 пива. Чё у нас пиво? 5 только. Нужно ограбить тогда. Да что ж так долго-то? Кого бы ещё пограбануть-то? Чего подходящего нету? Склад. Покупка товара. 400 дорого. Что за аренда? 100 грязными. Получить 25 места за 100 после срока аренды использовать склад будет невозможно. Необходим показатель отношений с владельцем типа О для совершения этого действия. That's how it's done. Башкири-буру-гру-гру. Так, ограбление, говорю. Давай, ты на 25% больше. Беги. Что у нас, какие работы? Пивчанский. Продает 20 пива за 160. Продает. Равин Хобсбаум. 5 алкоголя за 165. Ну я таки, подожди. Я таки согласен. Я принимаю ваше предложение. Да, теплые отношения. Лясечки, масясечки. Сюси-пусечки. Здравствуй, владелец склада. Every dog has its day. Так. Пойдем разузнаем, что там за вопросик такой. Что, десяточка пива у нас есть. Поставим тебе, браток. Давай. Давай, не жалко. Ладно. Твои люди поставили меньшее количество алкоголя, чем мы договаривались. Я плачу только полученный. Ваша прибыль составит всего 135. Я случайно не ту кнопочку прожал. Слушай, давай 165. Это, возможно, разозлит Равина, но... 5. А чё, я тебе 5 вообще-то и отдавал. 20 пива покупает. За 210. За 160. Чё ты какой-то Чарли Лучьяна жмот. Вот. Продадим тебе, браток. Не знаю, что и как, но я заумилялась. Мне дали. Или Рави. Начал Мацилу давить. Или Мацину. Не помню. Ну и чё там, скоро ты? Где поглядеть-то, как долго ещё он будет выполнять миссию?
Доброй ночи, Бетрезен. Спокойной, спокойной. Приятных снов. Любви, добра, тепла себе, друг мой. Так. Чё он знал? А, еще 4 интересных места. Что за глаз? Некоторые местные кустарные умельцы гонят неплохой алкоголь. Сейчас мы у них возьмем этот алкоголь. Сейчас возьмем. Где? Вот тут атаковать. Это действие активирует битву. Победите в ней, чтобы получить 30 единиц алкоголя. Является лидером и способствует быстрому завершению битвы. Поперли! Где там? Где я? И чё, мы типа на машине едем? Такие крутые. А это не мы. Когда мы будем атаковать этих... кого-то там? А во, бежит. Чё-то будет. Ой, промазал. Ну чё, братки, где алкоголь? Всё. А, понятно. А почему только один? Назначить. Запуск, товарищи, запуск. Сейчас я всё устрою. Ты иди по вашей теме с кроватками, это такое. Ещё чуть-чуть, и ты призовёшь Адольфа Шалуни. Устраните противников. А где они? Я ж не знаю, где они. Как я их устраню, если я не знаю, где они? Мне не видно их, они не стреляют. Могу я за него? Нет, я могу только снуть. Понятно, тут по инициативе ходят. Ладно, я захожу отсюда. See me and you die. See me and you die. Ту-ду-ду-ду. Заметил. Так, что у нас есть? Веерный выстрел. Далее, отбрасывающий выстрел. 27-44, а тут 22. Отбрасывающий. А, какой еще? Выстрел крупной дробью. Точный выстрел, который вызывает кровотечение, но не носит... Нет, давайте-ка. Вот так, сколько это стоит? 6. 2 раза можно выстрелить. Бам, бич. Ну и обычный выстрел, но с прицельчиком. Бабахлинг. Ну, я все. Вор в законе. Эй, хорош. Шеф, я помогу вам. Я уже бегу, но мне не хватит очков действия. Черт побери. Так, а как от него тогда прятаться там? Я его вижу, да? Супер точный выстрел. 32%. 47%, но нужно, надо попасть. Мимо. Класс. Кажется, ничего не вижу. Значит, мистер. Умрите! Time to meet your maker. То-то же. Я босс. Чё-то не хватает, далековато бежать. You're gonna bark or bite? Поставь фарды на карте. У меня небольшие подушки. Юбокарлик. Эй, хорош, вы... Деда, перестаньте, мне неловко. Я буду дышать в микрофон, если вы будете продолжать так делать. Time to get a move on. Так, надо кровотечение себе как-то захилякать. On it. В общем, все пойдем в одну дверь. 12 очков вместе. Хм. Хм.
Надо заходить, внедряться. Внедряться надо сейчас будет. See me and you die. Да как-то далековато, знаешь ли, see me and you die. Сюда достаточно, что ли? О, чётенько вообще. Чпенько вот так вот. Попадание 39%. А вот с этой штучкой? 49. С этой. Давай, машины повзрываем там. Во. Хотя можно было, я понимаю, так подкрасться сзаду. Девяточку снесли. Молодцы какие. Алик. Аль горит. Аль. Ась. Лясик-масясик. Реально, мои подушки не такие бородозые, как Люк. Могу щетину по почте выслать. Time to get a move on. Промазал, где ты там стоишь? Попадание 51%. Я бы не стал прятаться за машиной, если честно. О, 7 ходов. Опа. Где грена? Почему нет грены? Бам. Такой же прицельный. Мимо. Черт побери. Yeah, boss. Что ты будешь делать? Давай, забегай. Отлично. Прицельный. Суперточный прицельный выстрел. Был почти. Ладно. Допустим. All right, let's go. Ой, я всех сломал. Вот это да. Ты куда? Time to get a move on. Ты чё, наркоман, что ли, там? Я тебе сейчас тоже отбрасывающий. На-ка. Time to meet your maker. Всё, доигрался. On it. До свидания. Там вроде... продавали такие вот подушечки с аниме-тянками. Надо такую же, только с зюпой. Да. С бородатым. Чтоб щетина, все дела. Вперед, продвигаемся. Вперед. Конец хода. Хайль говорит. Че ты? Это фашист вообще. А то, что я по машине стрелял, надеюсь, же ничего страшного не будет. Ее не взорвет там. Сейчас тут, наверное, прячется этот. А где он есть? Алик! You gonna bark or bite? Давай добегай сначала до места назначения, до своего, а теперь давай стрелять. Супер прицельно. Говорю, супер прицельно. Нормусики. Конец хода. Моя очередь. Супер прицельно. Обзор закрыт. Не, ты... Сайлент! Ну-ка, при... Да. Начинается. Это вот начинается ваша СК-2 ТВшная. Ты понимаешь... Врагов расстрелю. Бум! А, кресло сломал. Беда какая. Сколько у него жизни осталось? Я добью его. Personal. Ей, бейби. Интересно, тут можно будет потом грабить банки? Чё, мы заработали алкоголя? Нормально. Продать алкоголь, не? Она продает. Нет, оружие. А вот с оружием у меня продает 9 за 260. Покупает 6 за 300. Принять. А ты? А, блин, придется ждать. Что за звездочка? Накал страстей отражает внимание полиции к вашим действиям. Накал страстей повышается некоторыми нелегальными действиями. В значительной степени зависит от присутствия полиции в районе. Если накал достигнет 5 уровня, полиция начнет принимать против вас серьезные действия. Да, заработали алкоголь. Ну, что-то никто не хочет покупать. Что ж, ну, вопросики. Десяточка пива плохо.
100 грязными. Дороговато, если честно. Ну, ладно. Чтобы заработать деньги, нужно их сначала потратить. Я тут стесняюсь? You don't have to repeat that. Да? Тут просто зрителей гораздо меньше получается. Вот, сейчас вас трое. Гегемон, Сайлент и Яблочко. А там, ну, около 10 было бы, наверное. Чё-то долго так. А мы уровень не получили, нет? Нет. Еще же. Гегемон, ну, не знаю, вьюверов показывают, может. Мы завершили работу оружия для Майк Хеджес. Ну и оружие продать теперь. Блин, он... А это что такое? Авторитет отражает вашу репутацию. Отражает вашу репутацию среди жителей. Высокий авторитет снижает цены на покупку земли. Прибыль некоторых зданий также зависит от вашего авторитета. Чё ещё? Приязнь, говорит, есть, короче. Такая вот штука, приязнь. Понял? Отражает вашу репутацию среди жителей. Нафиг жителей. Покупает 20 за 540, продает 20. Покупает 15 за 270, сразу 270 постав. По факту доставки тоже 540 получается. Но 15 штук. Давай попробуем. Мне тут нужна небольшая партия этого алкоголя. В этом сезоне дело по горло, а я как-то не рассчитал потребление. Давай. Тем более 270 сразу нам такой. На, бери, короче. Ой. А, нормально, зарплату заплатили, все хорошо. Склады, что это такое? Крышевание. Местные криминалы организовали свое дело и получают деньги со всех предприятий в районе. Чё? Вы кто такие вообще? Поймайте переносчика денег и получите 500 баксов. Ваши отношения с владельцем испортятся. Да мы налет сейчас устроим. Налет заставит владельца покинуть заведение. Окей. 6 интересных мест. Отлично, отлично. Но... Кто там чё крышует? Для этого... Блин, автомобиля нету. Ладно, пока потерпим. Хорошо, хорошо. Знакомство со знаменитостями делает свое дело. Они тоже бывают полезны. Скоро зюпа от пива станет Грагасом. Это... А, ну там что? Там фоточка Грагаса? Просто мне неудобно очень. Так, выступление. Организуйте выступление, получите чистые деньги от приязни. Так, ну нам чистые пока не нужны, нам 1000 бочинских нужно. Чего там, пупсик, что ли? Я тогда посмотрю. Да я-то пиво не пью. Я им банчу. Банчу там. Купил, продал, все нормально, как этот. Настоящая мафия. Что там, ну-ка. А. Ну как бороду начну заплетать таким образом. Так, 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 продолжить. Ага. That's how it's done. Отлично, отлично. Работаю. Что у нас есть? Покупает алкоголь. 15 алкоголя за 675. У нас как раз есть такое. Есть такое. Я себя не очень хорошо чувствую в последнее время. Конечно, мне подарили новую яхту. Цыпочка, цыпочка. Я продам тебе за такие деньги. Чё ж не продать? Опять этот акцент гоп-пари. Ну пока что начинаем нормально просто. Просто у пацанчиков пивасик отработали, продали, все в ажуре. А потом уже будем такими серьезными деловыми людьми.
Такс, а что сделать? А, вот, мы здесь за засаду получим 500 баксов. Давай, погнали. Плюс 25% благодаря этому типку. Типа, я тебе ох, как продам, да. Ну, так получилось. Вопросики. Да я и так много интересных мест нашел. Мне осталось тут что-то одни склады. А склады можно и ограбить, да? Ну, правда, людей нет. А здесь есть что-нибудь типа паузы? О, укрытие! Что можно с укрытием делать? Лучше. Это денег стоит. Сначала это задание выполним, потом тогда. Что за проблема? Милый мой, я чувствую себя гораздо лучше, спасибо тебе. Кстати, Генри, мой жених, только что позвонил и рассыпался в извинениях. Все закончилось хорошо, за свои старания ты заслужил кое-что сверху. Кое-что сверху, говорите? Ну, 10 к приязни, давайте, не помешает. Босс, это опять те чертовы громилы, которые меня отметелили. Нам нужно покончить с ними, пока они не забрали наши деньги. Босс! Выиграйте битву, чтобы пойти эту миссию. Если вы проиграете, вы можете загрузить сам просто. Давай, где? Где эти скоты? Гангстеры, похитившие Сквикса, вернулись. На этот раз они привели больше людей. Защитите свой бизнес и избавьтесь от незваных гостей. Нанимаем 35. Запуск, давайте, чё? В чём дело, я не понял. Ребятки, по-моему, вы не на тот район напали. А, окей, на тот. Хорошо, я сдаюсь. Это рано. Horse feathers, here they are. Чувачки, да что с вами такое? Вы что? Что у вас? Проблема? Так, оборонительная тактика. На тебе! А еще так, а все, я больше не могу ходить. Блин, а как кровотечение-то остановить Сквиксу? У него нет такой обилки. И... Чё через окно стреляешь? All что, простите, произошло сейчас? Эй, сынки! Вы не на того напали! Сейчас, подождите, я думаю. Блин, по своему попаду. О, вот так не попаду. Упс. Как я метко стреляю. Так, окей, чувачман, убегай вот сюда. Какая-то фигня. Что это такое? Сокращает ущерб от атаки на 50%. Очень плохо, очень. Что, если вы не поняли, сударь? Он просто подошел и ударил вас через стену. Разве это не так понятно? Ну... Ну, ладно, зато пострелял. They're gonna pay for this. Он убил Сквикса. Еще ногу ему сломал. Ну ладно. 46 прицельный. Че, схватил, гангстер? Ща еще зарядим тебя. На-ка! Ничего лишнего. Личного! Он теперь в дверь решил зайти. Ну, отлично. Гениально просто. Так, здесь один стоит. Там. За столик, как настоящие гангстеры!
Перестрелочка! Перестрелочка! 85%! 75, 75. 90, 95. На, лови. Что тебе, мало дробинушки было? Сейчас я тебе еще заряжу. На, лови, говорю! Поймал! Молодец! Хар! Alright, let's go. Да ты офигел, браток. Nothing personal. OP. Очки чего? А, передвижение уменьшено на 3. Да он умер. Вроде бы после задания должны его в больницу отвезти или что? Эти громилы были настойчивы, пока я не преподал им урок. Не думаю, что они скоро вернутся. Боюсь, что мы наделали здесь слишком много шума. Пора собирать пожитки и уходить в другую часть города. Окейшки, вы выиграли. После всего этого осталось только мы со Сквиксом, да мертвецы. Они обошли нас и получили то, что заслужили. Сквикс потерял 2 пальца, я потерял себя. Вот стою я там, окруженный трупами, с дымящимся пистолетом в руке, и понимаю, что пути назад нет. Если силы правопорядка не могут защитить меня и мое имущество, я не нуждаюсь в них. Если не будет работы, которую я мог бы выполнять, я стану работать на себя, по собственным правилам. Если это делает меня гангстером, что ж, буду гангстером. Motherfucker. I'm a gangster, motherfucker! I'm a gangster! Ой, извините, микрофон. Периферия, промышленная зона, маяк острова Обсекон. Юпа. Лучше по-русски, кстати, не называть. День первый. I'm a gangster shroom, motherfucker. О, маяк, какая романтика. Парни, все обернулось не совсем так, как я планировал. Похоже, наша новая работа потребует от нас определенной конкурентоспособности. Мы защитим наше имущество, если кто-то решит наложить свои грязные лапы на то, что нам принадлежит. Мы хорошенько его проучим. Проблема в том, что эта небольшая стычка отпугнула наших клиентов. На данный момент никто не хочет вести с нами дел. Но это поправимо. Мы организуем собственные поставки и наладим свою систему реализации. Пиварочный цех тут, подпольный бар там, и мы в 2 счета встанем на ноги. У-ху! Погнали. Шрумвиль. Сделаем из этого города Шрумвиль. Приятно познакомиться. Меня зовут Эммит, но все зовут меня Док. Я слышал, что ты хочешь попасть на рынок бухла. Лучше всего будет организовать пивоварню. Все, что нужно, парень, знающий все о пиве. То есть я не работаю бесплатно, но мы можем договориться. Нанять Дока. Я не хочу, ну что? Может, и не хочу его нанимать. Где пляж? Я хочу на пляж. О, океанушка. Неизвестное здание. А нельзя там неизвестная палаточка? What's up, Doc? Эммит Док О'Коннелл. 24 бакса, ты... Дед старый, сдурел, что ли? Спасибо, босс! Вперёд к пивоварне! Пивоварня занимает много места, вот почему нужно владение. Задание. Выберите здание с иконкой дома над ним и используйте аренду, чтобы получить новое владение. А если не хочу аренду, я хочу свое собственное. 388 грязный. Вы нравитесь владельцу, и он снизит цены с 400. 12? Это 3%. Ты шутишь, что ли? Что за скидки такие? Где мое оружие? Как выстрелить ему в ногу? Прострелить колено и... Я хочу бесплатное это здание. Где кнопочка? Где кнопочка выстрелить в колено? Ну, щиколотку бы хотя бы прострелить. Я не знаю, ну что?
388. Это дорого, и это неприемлемо. Я отказываюсь. Пока здесь не появится кнопочка. Где разработчики? Так держать, босс. Пора варить пиво. Пора варить мед. Используйте правую кнопку мыши для переключения между вашими гангстерами и видами бизнеса. Нажмите на иконку владений, чтобы выбрать ее. Также можно щелкнуть по самому зданию. Основать. Ой, ёшкин, матрёшкин. Нифига ж себе, сколько тут всего. А можно мне парочку, пожалуйста? Let's cook. Да. Let's cook, Джесси. Джесси! 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 Я хоть и пьян, но как дела делать знаю. Пивоварня работает, и скоро первый ящик пива спустится с конвейера. Если мы хорошо поработаем, производительность пивоварни улучшится. Каждый бизнес может быть улучшен. Чтобы улучшить бизнес, выберите его, нажмите на кнопку «Улучшенный» в информационной панели, выберите нужное вам улучшение. Улучшение. И увеличение производства. Цена 900 грязный, плюс 20 эффективности. Нет, не 14,88, кстати, я сам тут указываю. А 34,88. Я вас никогда не сомневался, босс. Теперь мы должны открыть подпольный бар, чтобы торговать нашим пивом. Чтобы открыть бар, сначала нужно арендовать место. Поищите здание со значком тента. Используйте информаторов, чтобы найти подобные здания в районе. Окей. Окей. Я понял. Так, а собственно... Что, у меня больше ничего нету? Ну ладно. Десяточка пива. За денежки. Денежки отнесем. И что за глаз? Старик, служащий на маленьке. Заплатите старику за контрабанду. Вы получите пиво, алкоголь или оружие. Какие-нибудь бонусы. Ага, вот. Who called for a doctor? Чё-то... Чё дадут? В общем, рандом какой-то дадут непонятный. 20 пива за 200? Да, нафиг надо. Нашел 6 интересных мест. Так, мне палаточка, да, нужна? Ну, я смотрю, одна только палаточка. А отработать бизнес нельзя. Вот эти вот пацаны как раз около моей пивоварни находятся. А, не алкоголь, ну ладно, все нормально. Так, опа. Еще вопросики еще. Надо узнать это дело пока. Здание стоит 388. Приодеть своего громилу и послать его арендовать здание. Взять в аренду заведение. Вы нравитесь владельцу, он снизится на 200. Блин, да че скидки такие маленькие? 3% все. Приодеть своего громилу, по сути. Ну ладно, возьмем. Опа. А все равно нету, понимаешь? Нету, палаточек-то нету. Вот одна только стоит и все. Кстати, там внизу панелька или что? А то я не пойму никак. В каком низу? Ой. А, ее не видно, лол. Сейчас, подожди. Этот нужен нигер срочно. Видишь, в чем проблема? Очень маленько неудобно. Вот так должен. Я что-то не посмотрел, что панельки-то не видно. Thank you.
Прошу меня извинить, я случайно. Не знал. Не знал. Уютно даже как-то стало с панелькой-то. Well done, boss. Отлично, босс, давайте работать с баром. Бар продает пиво и снабжает нас потоком грязных денег. Бар будет приносить еще больше, если мы будем поставлять туда и другой алкоголь. Выберите свежеарендованное здание, нажмите открыть и выберите бар. Основать. Бар, а я хочу схему Понци, что это такое? Собирает грязные деньги, основываясь на показателе приязни. Ух ты, что это такое? Преступный гений. Здесь живет криминальный гений. Уважайте свои связи. Мокруха. Пойди на мокруху. Криминальному гению нужны руки для грязной работы. Выиграйте задание и получите 1500 грязных. Накал страстей повысится. Не-не-не-не-не. Заместитель шерифа. Дружба с полицией — неотъемлемая часть жизни любого гангстера. Хороший коп всегда помнит, кто заплатил ему больше. Попросить услугу. Сбрасывать на конструктивный лес. Заместитель шерифа станет недоступен. Босс! Доходы ниже ожидаемых. Кажется, у нас есть конкурент. Независимый бар неподалеку от маяка отнимает клиентов. Оба бара работают не в полную силу, снижая доход. Есть два варианта развития событий. Можно принудить владельца закрыть бар, либо выкупить его. И где этот бар? Где он? Что это за бар? Около маяка, говорят. Скорее всего, вот этот. А это... Как ограбить? Что мне делать? What I gonna do? What I gotta do? I mean... Так, вопросик. Где этот второй алкогольный барон? Вот это, ну, ограбление. Time to get my hands dirty. Давайте еще вот сюда. А, вот, выкуп. Назад, подожди, снабжение. Снабжение стоит 30 пива. Покупка 30 пива за 600. Налет. Автомобиль. Давайте сначала продадим за 600. 30 пива-то, что не продать? Потом ограбим. Холодные, холодные. Еще ограбление. Еще. 3 минуты еще ждать, ну ладно. Так, так, так. Есть еще палаточка. Опа. О, хорошо уже, авторитет работает. Грабанули пацана, все нормально, все, утихомирились. Что якобы тебя смотрит сейчас 6 человек, а на панельке словно 6 войсов. Могут ли тут твои мафиози смотреть нас? Наверное, сидят, смотрят. Видимо, да? Так, ну и все, выкупаем. Получили с них денег, за их же деньги их же и выкупим сейчас. Не-не-не, отмена, ты же балбес. Ладно. Так, рано пока брать еще в аренду. Что-нибудь можно здесь у нас? Улучшение. Реклама пива. Секретная комната, пусть здесь нет. Браво, брависсимо. Все прошло хорошо, босс. Теперь у нас есть второй бар. Теперь алкоголем и пивом нужно снабжать оба бара. Давайте улучшим укрытие и откроем новый бизнес. Улучшим укрытие. Улучшить. Обновить до уровня 2. Новое место выглядит отлично, босс. Теперь мы можем расширить зону влияния. Теперь вы можете наладить пиццерию. Она служит базой операций и повышает эффективность всех прочих производств, включая бар. Хотя пиццерия выглядит пристойно, местные все равно будут присматриваться к ней с осторожностью. Они могут подумать, что здесь происходит что-то опасное. В результате поднимется ваш авторитет. Открыть пиццерию The Dawn.
Тире за дно. Ой, можно оформлять. Ну-ка, кабинетик. А чё? Это автоматически и на бесплатно все ставится? Ядрить, я денег потратил случайно. Блин. Я не знал. И теперь не хватит денег, чтобы открыть пиццерию. Так, 188, а здесь что-то дороговато, 376, ну. Ну это, наверное, просто, значит, лучше, заберем. Bonjour, mon ami, я Бриджит Лаваль, лучший пилот и контрабандист этой части. Я слышала о тебе хорошие вещи и хочу присоединиться к вашей банде, позволь мне доказать все. Уволь своих партнеров и найми меня. Лалка, что ли? Я с пацанами уже сработался, мы тут нормально работаем, как бы. Ты чё, попутала? Чё у тебя там? Какие бонусы? Храбрость. Да ну! По её прическе понятно, что она сорвиголова. Да, вообще... Очень прям. Берём в аренду вот это здание. Давай, иди бери в аренду это здание. А мы пока грабанём ещё. Много времени. Ну, хоть на вопросик. Блин, Певчанского нету. О, есть. Это нету. Вон, за денежку. Пойдем сходим, что-то посмотрим. Так, основать. Где пиццерию? Даже Сайлент ушел. Это... Ну ладненько. Сейчас. Иди спать, я тоже сейчас тогда допишу. Че пиццерия-то не открывается? Как ее открывать? Как открыть пиццерию? You want something done right? Do it yourself. Who called for a doctor? Я буду молчать, чтобы все расходились спать. Поэтому. Спокойной ночи, ребятюньки-гребятюньки. Я сам сейчас закончу уже буквально через пару минут. Как разберусь, как основать здесь пиццерию. Пивоварня, убежище, спортивное хранилище, контрабандист, частный детектив, суповая, алкогольный, бухгалтер, фальшивомонетчик, оптовик, профсоюз. Где пицца? Что за задание? Кто расходится? Все расходятся. Кто все? Я не знаю, ну там всякие... Ничего не понимаю. А, еще разные. Вот тут бар, схема, крышевание, боксерский ломбард, пиццерия, 650 бочинских. Ладно, ребятушки. Кто еще все смотрит? В общем, сегодня, наверное, все. Я пойду и шпилюкать. Бросаю в бар. Жмем сохранение 1, day 1, сохранить, переписать. И выходим отсюда. Спасибо, что пришли. Спасибо, что были с нами. А на сегодня все. На сегодня пельменная... Чего? Мафия, Dark Souls и все такое прочее. И я тоже закончились.
Всем спокойной ночи, приятных снов. И любви, добра, тепла, друзья мои. Я не мог этого не сказать. Пускай никто и не смотрит, но я должен. Это у меня в крови. Борода чешется только просто. Надо что-нибудь теплое включить. Слушать.